Ребят, давайте хочу прокомментировать вам следующий разворот. Что сейчас происходит? Значит, я не знал, что буду крутиться там. Поэтому надо сместить мне задние оси прицепа, то есть оси прицепа чуть левее, чтобы получилось как бы так похоже, как я вам рассказывал, этим принципом веера. Да? У меня справа близко красная сетка. Еще хочу сказать, что вот здесь у вас в кадре три палета стекла стоят. Может, вам кажется, что за ними там есть дырка, но за ними сразу, буквально сразу на земле стоят другие. То есть там коридора нет. Все, что вы видите на кадре, вот этот пятачок. И камера моя, как всегда, делает огромное место. Здесь даже мне кажется, как же здесь невозможно развернуться. Смотрите, что делают. Изгибают для того, чтобы начать ехать осями сюда, ближе к левому краю вашего экрана. Да? Вот в тот момент, как смотрю на оси, если мне надо подать оси чуть-чуть назад, я держу угол не близок к 90, но не 90. Когда он сейчас доезжает почти до преграды у меня бампером, быстро ломаю на 90 градусов, потому что именно при 90 градусах он остановился. Смотрите, бампер больше не движется назад. Он не может ехать, он должен только крутиться. У нас есть там такой карманчик, где его прокрутить. Вот сейчас он проходит буквально там сантиметров 30-40 мимо преграды. Ну, жаль, что вы этого не видите, потому что вам кажется, что там есть дырка. Не нашел я места поудобнее, куда поставить камеру. И он раскручивается полностью на место. Когда уже остается место для кабины, можем ее выравнивать. Для таких случаев я рекомендую снимать шланги и трубы, потому что у меня здесь уже все настроено, ничего не цепляет, оборвать мало шансов, но все равно они растягиваются. Не было времени, надо было спешить. А так можете снять все, черной кнопкой растормозить прицеп, сделать такой маневр и направить свою кабину в противоположную сторону. Счастливого пути, всем удачи, пока!